красивая команда, шикарная. И вы знаете, вот с одной стороны, участие в таких шикарных проектах дает такую визитную карточку человеку на всю жизнь. Но тем не менее, Виталий Гасаев пел в рок-группе «Веселый Роджер». Сольной музыкальной своей карьерой он начал заниматься в 1994 году, когда выиграл конкурс молодых исполнителей шоу «Транзит» в Новосибирске. А в 1995 году он уже принимает участие, исполняет одну из ведущих ролей в рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда». На сегодняшний день у него более 10 сольных дисков. Итак, встречайте, Виталий Гасаев, Барнаул. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, стоял за кулисами, так волновался, вот вышел, увидел вас, почувствовал вашу добрую энергию и прям волнение, как рукой снял. Сегодня перед вами выступают барды, самое главное, авторы и исполнители. Я тоже автор. Сейчас я для вас исполню свои две песни. Первая из них «Сибирский характер». Вот. Но я пошел чуть-чуть дальше. Я сделал аранжировку. Так что, извините, будет немножко громче, чем вот, звучала гитара. Но, в общем, «Сибирский характер» для земляков-сибиряков. Поехали. Чем крепче морозы, тем души теплее, тем больше открытых и чистых людей. Здесь дружба мужская намного сильнее, и чувства надежней, и сердце вернее. Сибирский характер проверен ветрами, его закалила седая тайга, и если ты смел, то иди вместе с нами. Все, брат, на совесть. Здесь все наверняка Сибирь. Здесь нет полумер, если жить, то красиво. Душевный огонь не держать про запас. И это и есть та великая сила, что в трудное время спасала не раз. Сибирский характер проверен ветрами, его закалила седая тайга, и если ты смел, то иди вместе с нами. Здесь все, брат, на совесть. Здесь все наверняка Сибирь. Щедрые таланты, что славят Россию, и знания Сибири несут высоко. И людям таким все сделать под силу, они сквозь проблемы проходят легко. Сибирский характер проверен ветрами, его закалила седая тайга, если ты все, брат, на совесть. Здесь все наверняка сибирский характер. Сибирский характер. И если ты смел, то иди вместе с нами. Здесь все, брат, на совесть. Чуть-чуть добавь микрофон еще у монитора. Спасибо.
Следующая песня. Если вам понравится, мы позовем автора. Он очень стеснительный, за кулисами стоит. Поднимите руки, кто отдыхал в Горном Алтае? Практически все, да? В общем, для всех, кто отдыхал в Горном Алтае, и для тех, кто туда еще собирается, песня «Бирюзовая Катунь». Я предлагаю вместе со мной попеть. Слова очень простые. «Бирюзовая Катунь, бирюзовая». После первого припева вы уже поймете и запомните мелодию. Итак, «Бирюзовая Катунь». А бирюзовая Катунь, эй, бирюзовая, а бирюзовая Катунь, бирюзовая, а бирюзовая Катунь, эй, бирюзовая, а бирюзовая Катунь, бирюзовая. А мне приснилось как-то раз, иди до пьеха, напевала мне с акцентом на рыехас, и Москву, и в Петербург, а мой дружок собираю друзей, иду и в манжерок. Сразу вспомнил я те манжерок, что не город он, не островок, что туристов домой куда не плю, и бирюзовая там хлещет Катунь. А бирюзовая Катунь, бирюзовая, а бирюзовая Катунь, бирюзовая, а бирюзовая. Бирюзовая, а бирюзовая Катунь, бирюзовая. Ну, думал, здесь мы в горах оторвемся, от души у костра напоемся. Ну, беда, понастроили дач. Эх, невезуха, братан, хоть ты плачь. А бирюзовая Катунь, эй, бирюзовая, жизнь босяцкая моя без понтов. Даже здесь не вызывали полицию, но участковый был в нашей петиции. И вот сидим мы и поем с участковым, не понять жильцам бестолковым. Хоть ОМОН вызывайте, хоть Альфу, да все равно нам здесь будет по кайфу. А бирюзовая Катунь, эй, бирюзовая, а бирюзовая. Yeah.